Я тебя приветствую в живой очереди, поздравляю с правильным принятым решением. И это видео, я его называю стартовое видео, но оно будет называться «Быстрый старт». То есть наверняка у тебя сейчас есть вопрос, как только ты зашел вот в бизнес, да, как только зашел в сервис, можешь как угодно это называть, не знаю, в проект, в живую очередь, наверняка у тебя есть какая-то цель, да, и у каждого она может быть разная. Это абсолютно нормально. У кого-то эта цель заработать денег, у кого-то реализовать себя, да, у кого-то набрать аудиторию, кто-то просто пришел сюда за инструментами. Вот, но я сегодня тебе расскажу о главной цели, потому что я искренне считаю, что для того, чтобы реализовывать себя успешно в других областях, да, в других сферах жизни, самый быстрый способ — это реализация через деньги, через финансы. То есть, ну, это такой пример. Глупо заниматься духовностью, если ты без денег, правильно? Потому что для того, чтобы попить чай, грубо говоря, да, нужно заплатить деньги. Чтобы покушать пойти, нужно заплатить деньги. И если ты будешь сидеть, заниматься, там, не знаю, там, медитацией, тебе это денег не принесет, понимаешь, да? Девушку ты не сможешь в ресторан сводить, купить что-то ты не сможешь никогда. Поэтому через деньги — это самый быстрый способ реализовать свои вообще все сферы. Так вот, быстрый старт. Что можно делать и каким способом можно сейчас быстро здесь заработать денег? Ты можешь посмотреть видео, оно называется «Стратегия 10-10-10». После этого ты поймешь, сколько здесь можно заработать. Я тебе сегодня расскажу, как можно заработать быстро. То есть смотри, я придерживаюсь такого закона, такого принципа вообще по жизни, и даже когда в бизнес прихожу, я это всегда применяю. Я начинаю делать, а потом разбираюсь. Все, и вот это мне позволяет сейчас, вообще мне позволяет по жизни очень быстро добиваться результатов. Чтобы ты понимал, на восьмой день, вот когда сегодня восьмой день, когда работает маркетинг в живой очереди, моя команда 202 человека. 202 за 8 дней. Представляешь, практически за неделю команда около 200 человек. Какой масштаб? Так вот, смотри, что нужно делать? Я тебе расскажу свою историю, как я это делал 2 года назад, я для себя это открыл. Я был в другом проекте, и там у меня была задача за день, за сутки подключить 20 человек. Представляешь, 20 человек не на 300 рублей, как здесь минимальный вход, на 1000. И что я сделал? Очень просто. Я взял, вот представь, это, ну там, я не знаю, список, свой список, контакты, телефон, вот это вот телефон. Я открываю список контактов и нахожу всех своих знакомых, всех своих друзей, всех родственников, партнеров, не партнеров, с кем я раньше общался, с кем я вообще ни в жизни не общался, но у меня номер есть. И начал им звонить. Начал звонить, знаешь, каким текстом. Я звоню, допустим, представь, да. Я к тебе обращаюсь, допустим, тебя зовут там Саня, там, Саша, например, да, я звоню. Слушай, Сань, привет, там, как дела, что делаешь, так далее, я говорю, сможешь мне помочь? Он такой, типа, а чем, что надо помочь? Я говорю, смотри, у меня сейчас заруба, короче, идет мощная, мы с партнерами, там, у нас, короче, своя движуха, не вникай, мы забились, кто до 12 часов больше всего подключит людей, ну, в мою тему, да, тот получает бонус, тот выигрывает, короче, спор. Ты можешь мне помочь вообще? Он такой, а как, типа, а как, что надо делать? Или там люди некоторые говорили, типа, а что, я там в какие-то темы не буду заходить. Я говорю, да не заходи, типа, да не заходи, нет, тебе ничего не надо, ты даже если не хочешь развивать, ничего не будешь развивать. У тебя 1000 рублей есть, давай сразу на эту тему перенесем. У тебя 300 рублей есть? 300 рублей. Ну, у каждого человека факт, что есть 300 рублей. Вот этот чайник чая сейчас молочный, он стоит 350 рублей. Представь, чтобы его попить, 350 рублей нужно заплатить. Как ты думаешь, люди, там, допустим, твои знакомые, твои родственники, для того, чтобы тебе помочь, ну, готовы тебе 300 рублей дать? Или там отдать 300 рублей, 100%. Ты говоришь, есть 300 рублей? Человек говорит, ну, скорее всего, 99% скажут да. И смотри, что дальше. Ты говоришь, смотри, сейчас ничего не спрашивай, я тебе скину ссылку, зайди по ней, пожалуйста, зарегистрируйся. Мне осталось буквально 3 человека. Мне нужно 10 человек до 12 часов зарегистрировать. 7 человек уже зарегистрировано, 2, я только что с ними разговаривал, они уже сейчас регистрируются. Если ты зайдешь, мне как раз все, у меня пазлы сойдутся, я выполню цель, я побежу, выиграю в споре. Вот это мы прям можете использовать. Типа 7 уже зашло, с 2 я только что общался, они уже согласны, и мне остался буквально 1. Вот это прям очень круто работает. Все, ты говоришь, заходи, регистрируйся, не спрашивай, оплачивай сразу 300 рублей. Все, человек заходит. И потом ты говоришь, ты говоришь ему, ну там, с кем общаешься. Ты за эти 300 рублей, я тебе гарантирую, ты эти деньги в первый же месяц еще приумножишь, вернешь их себе обратно, снимешь деньги. Плюс получишь огромное количество ценностей, больше, чем на 40 тысяч. Разные инструменты, фишки,
там курсы, марафоны. Ну, короче, не вникай, если захочешь разобраться, ты вообще кайфанешь, потому что здесь польза до хрена, да, за эти 300 рублей еще. Ты еще и мне поможешь. Все. Вот так, если вы позвоните 15-20 людям, я уверен, что из 20 человек, ну, 10-15 точно согласятся вам помочь. Так вот, смотри теперь. Дальше я тебе порекомендую посмотреть видео 10-10-10 стратегия, но после того, как ты 10 человек подключишь по такой схеме. И ты потом офигеешь от того, насколько да, можно с этого маркетинга много вытащить сейчас денег. Причем честным образом. И давая людям пользу одновременно. Поэтому действуй. Пробую эту стратегию, это личная, индивидуально моя стратегия, я ее разработал, и она работает. У нас есть в команде женщина, Людмила ее зовут, если ты в чате есть, можешь ее найти, написать. Ей 71 год, просто вдумайся, 71 год, и она за несколько дней в первую линию подключила себе 10 человек уже сейчас. Я уверен, на момент того, как ты смотришь видео, уже сейчас больше. У нее команда около 20 человек, когда снимаю видео. 71 год. Какую отмазку ты себе придумаешь, чтобы сказать, что у тебя не получится? Я не знаю. Поэтому давай на связи, увидимся в следующем видео стратегии 10-10-10. Пока-пока.